Всем привет, дорогие друзья! Ну вот, наступил вечер, жара спала. Я полил огород, полил цветочки, чтобы они радовали нас своей красотой. И сейчас хочу продолжить свои занятия. И хочу заняться фермерской прогулкой. У меня есть две канистры по 21 литру. Я их наполнил водой дождевой из бочек. И сейчас хочу сделать фермерскую прогулку с этими канистрами вверх и вниз вдоль участка. Ну, сегодня пробую, честно говоря, первый раз. Не знаю, может быть, кому-то покажется, что это легко. Ну, лично мне так не показалось. Вот, дорогие друзья, если вы выполняете подобные упражнения и достигли в них каких-то успехов, прошу вас, пожалуйста, пишите в своих комментариях об этом. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю крепкого здоровья, творческого долголетия. Увидимся на канале. До скорых встреч!